Рекордные морозы зафиксировали в регионах Западной Сибири. Впервые за последние 100 лет термометр показывал минус 49 градусов. Самые низкие температуры были в Томской области, в селе Тигульдет. В Новосибирске 37-41 градус мороза. Температурные рекорды были побиты в Кемерове и Барнауле. Там показатель опускался до минус 40 градусов. Из-за похолодания возросло число обморожений. В ряде регионов Сибири введен режим повышенной готовности. Мощный шторм Белл обрушился на Великобританию. Ураган вызвал сильные ливни в Бедфордшире. Реки вышли из берегов, подтоплены жилые здания. В графстве эвакуированы жители 1300 домов. Ураган обрушился и на берега Нидерландов. Белла принесла сильный ветер в прибрежную зону. Тем не менее, людей стихия не пугает. Многие выходят на пляжи для семейной прогулки. Во Франции более 12,5 тысяч домов остались без электричества. Стихия прошлась по районам Британии и Нормандии. На Ла-Манше скорость ветра местами достигала 36 метров в секунду. В Японии на острове Суваноса извергается вулкан Отака. Над кратером шлейф пепла. Камни разбросало вокруг почти на 1,5 километра. Сведений о пострадавших или о разрушениях не поступало. Из-за пробуждения вулкана создан кризисный штаб. Местным жителям запрещено подниматься на Отака.